Слонялась на заправке Мотя. Бедняжку выкинул там кто-то. Кусочек срезан был с лица. Ужасный почерк подлеца. Мы вздрогнули, ее увидя, достоин ли тот жить, обидя совсем невинное создание. Вовек не сыщет оправдания. Собака Мотя возрастная, ходила грустная такая, на тот момент лет 7 или 8. Решили мы, ее не бросим, в приют твари добро забрали, рассеяв Мотины печали. Она послушно вслед за нами с доверчивыми шла глазами, так, словно век была родной. Она в приюте жила долго, ее стезя была от Бога. И вдруг подписчица канала забрать Мотюню пожелала. Лолита славной оказалась и этих трудностей не побоялась. Взять на себя все обязательства, жизнь показать ей без предательства. Сейчас Лолита мама Моти, несет, любя о ней заботы, а Бог глядит и умиляется. Лолита Богу очень нравится. Лечила Мотю целый год, освободила от невзгод, шла до победного конца. Успешно пластика лица. И Мотенька опять красиво, так улыбается счастливо. С Лолитой мамой живет в счастье, остались позади не Настя, в семье родной навек любимой. Спасибо не прошедшим мимо. За Мотю встали все горой, ее настолько полюбили, усилия мы приложили, деньжата собирали дружно на то, что Моте было нужно. Пусть возвращается добро волшебникам, твори добро в прекрасном многократном виде. Бог радуется, благость видя. Наташа, побывав в гостях, свет видела в ее глазах необычайной этой радости. В любви Мотюня словно в сладости. Наташу вмиг легко узнала, уж было радости немало. Она запомнила навек: Наташа светлый человек. Тому Мотюня очень рада, что есть спасителей плеяда.